just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on. В итоге помыл велосипед за 100 рублей. Основную грязь от рам, из колес, в принципе, все убирает, да, вообще щели, все. Вода проходит, везде песок сбивает, с обода сбивает, с покрышек, естественно, с рамы, щелей. Ну, в общем, куда тяжело доходить тряпочкой, допустим, да, и водой. Перед тем, как пробивать водой, использовал шампунь от Маков розового цвета. На канале у меня вы его видели. На трансмиссию наносил зеленую смесь тоже от Маков для цепей. Тоже на канале вы видели. Видео называется «Мойка велосипеда». В принципе цепью недоволен, да, потому что все-таки внутри грязь осталась цепей. Ну, для этого надо, может, точечным ударом струи воды выбивать оттуда. Кассета зато чистая. Кассета чистая, проявляются уже следы коррозии, налета такого рыжего, да, вот видно, рыжие налеты на зубьях. Вот там проявляется большая звезда, в принципе, чистая, но мелкая не очень. Но все же я потратил 2 минуты для того, чтобы велосипед пришел вот в такое состояние. Я, в принципе, могу сказать, что на процентов 85-90 он чистый. Тут все везде чисто, понятно, да, рама вся чистая, понятно. Чисто время, вопросы касаются только цепей, трансмиссии чуть-чуть. В основном велосипед весь чистый. Если дома мне понадобилось бы время, примерно часа 2, наверное, для того, чтобы примерно вот так, в такое положение его привести. Ну ладно, час-полтора, ладно, вот так, 2 слишком много будет. То тут я это сделал. За 3 минуты, да? Выигрыш по времени колоссальный. В деньгах я потерял 100 рублей всего лишь, не так много. Вопрос только остается в надежности, насколько все это, так сказать, можно делать, да? Естественно, вопрос про каретку, вопрос про втулки. Можно, нельзя. На форумах веломании мнение разделяется. Половина читателей пишет одно, половина другое. Даже руль вот пробил.
чище. Вот-вот, да, переход виден, где пробил, а где не пробил. Разница. Вот, каково, ребята, ваше мнение? Все-таки мыть можно или нельзя пистолетом под давлением? Вот, как моете вы? Вот, хотелось бы узнать ваше мнение. Но я результатом могу сказать, что я доволен. В принципе, буду и далее эту систему применять, но, наверное, более осторожнее вот в этих узлах. Вот в этих узлах. Все-таки вчера я был чуть-чуть неаккуратен и... Ну, все-таки спешишь, хочется быстрее помыть, так как время тикает. Вот. Поэтому, как для мойки обода, спиц, рамы, идеальный вариант –